Это очень хорошее начало, я считаю, потому что, ну, во-первых, начался такой соревновательный момент между школами, именно вот в соревнованиях по туризму. Ребята выступили очень неплохо. Само собой, там есть первые места, сестры и так далее. Но мало того, что сами соревнования проходили в очень такой доброй атмосфере. То есть даже соперники в командах очень так по-доброму там подсказывали, там подбадривали друг друга. Но и плюс к этому они еще и получили как бы опыт соревновательные между собой. Соответственно, появился какой-то азарт. Я думаю, что в следующем году школы будут выставлять свои команды, будут готовиться к этому, может быть, даже более тщательно, чем в этом году. Ну, ребята тренировались, они готовились. С ними со всеми работали ребята наши из клуба, из КИФа. Объясняли технику, безопасность. И как результат соревнования всех детишек, ну, всех школьников, прошли еще достаточно хорошо. И плюс к этому, то, что вы сказали о безопасности, ну да, ответственность, конечно, высокая, и поэтому максимум было приложено силы, чтобы сделать это все максимально безопасным, и ни одной травмы, насколько я знаю, чего не было. Ну, кто-то там что-то, мозоль какой-то найти. По поводу самого степени экстрима, достаточно по-взрослому все было приготовлено для детей, то есть как бы они, эти соревнования практически ничем, сами этапы не отличались от того, что проходят взрослые люди, уже такие умудренные опытом. Вы специально, ну вот по такому принципу пошли, ну, не особо облегчили, так сказать, участь? Дело в том, что мы из года в год стараемся повысить сложность всех этапов этого, скажем так, марафона даже можно называть. Почему марафон? Потому что ребята получают старт, отсекается время, и они проходят нон-стопом все этапы, и финиш, отсекается время на финише. То есть они преодолевают все бегом, все быстро. И уровень мы каждый год поднимаем. И в самом деле, в этом году трассы были достаточно сложные. Ну вот, слет, скажем так, становится все больше и больше похож на достаточно уровневые спортивные соревнования. В этом году к нам приехали ребята из Одессы, из Одесского клуба. Я надеюсь, что в следующем году может приехать еще кто-нибудь, потому что хочется, чтобы слет вырос из местечкового вот такого туристического междусобойчика в серьезный слет, на который могут приезжать ребята из других городов. То есть куда развиваться, спортивный уровень мы подтягиваем, чтобы было интересно сильным командам из других городов приезжать и участвовать.